Всем привет! Вы на канале Маэстро Трасс, и с вами снова я, Олег Бородин. Кто не подписался, подписывайся, потому что впереди все только самое интересное. Это, точнее, Кубок Мэра. Но сегодня мы, я, Валера, Макс и Саша, начинаем подготовку к соревнованиям. Точнее, рисуем разметки, площадки. Все, как, в принципе, будет в соревнованиях. И будет небольшая подготовка. Итак, давайте познакомимся с командой Делка. Первый участник. Это я. Со мной многие знакомы. А кто не знаком, подписываемся на мой канал. А вот и следующий участник. Валера. В прошлом году внутри компании забрал все призовые места и прошел отбор на Кубок Мэра. Как и Макс, который долгое время обучал водителей мастерству вождения, а последние года катается по всей стране и получает удовольствие от своего профессионализма. А также с нами Александр. А где Саша? А, ну понятно. С нами на совместной площадке также тренируется компания «Лидер Транс». Это Ильшат и Радик. Скажу вам, профессионал своего дела. Ильшат, как настрой? Нормально. Нормально. Радик, как настрой? Идеально. Привет всем! В будущем все покажу и расскажу, как нас встретили и чем мы занимаемся. До скорых встреч! Вот он, чемпион.